подходе к Олд Траффорд. Дороги забиты болельщиками. Нас сегодня с вами ожидает великолепный состав Манчестер Юнайтед. Расстановка, казалось бы, предельно ясна. Однако трудно предугадать, что именно мы увидим сегодня на поле. Состав Арсенала. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. В ходе к Олд Траффорд. Дороги забиты болельщиками. Нас сегодня с вами ожидает великолепный состав Манчестер Юнайтед. Расстановка, казалось бы, предельно ясна. Однако трудно предугадать, что именно мы увидим сегодня на поле. Состав Арсенал. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. В ходе к Олд Траффорд. Дороги забиты болельщиками. Нас сегодня с вами ожидает великолепный состав Манчестер Юнайтед. Расстановка, казалось бы, предельно ясна. Однако трудно предугадать, что именно мы увидим сегодня на поле. Состав Арсенал. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Добраться до стадиона можно было лишь одним путем. Сесть на паровоз, отправляющийся с центральной железнодорожной станции Манчестера. Мяч у Роналду. Фред. Поль Погба. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Эль-Нени. Алекс Айвоби. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграли. Внимание, Матич.